В Англии для педагогов со всего мира предоставляется великолепная возможность улучшить свои навыки и знания по английскому языку, стажировки по академическим и языковым программам. Такая возможность была предоставлена и одному из педагогов города Хасавюрт Гульзифе Рамазановой, преподавателю английского языка средней школы номер 11, которая прошла двухнедельное обучение в международной школе в центре Лондона, в одном из самых престижных учебных заведений мира. По приезду на родину Гульзифа поделилась впечатлениями о поездке. Моя программа продолжалась 2 недели в международной языковой школе St. Giles International в центре Лондона и была рассчитана на повышение языковых навыков, изучение методики преподавания, так как я считаю этот аспект достаточно важным для учителя английского языка, для преподавателя. И постоянно, естественно, стремлюсь к совершенствованию, потому что современный педагог должен идти в ногу со временем и совершенствовать свои навыки и знания. Что касается школы, в которой я обучалась, она является одним из престижных языковых учебных заведений международной сети и ежегодно собирает множество студентов среди детей и взрослых со всего мира. Это было настоящим культурным открытием для меня, и изучение культуры страны, изучаемого языка, изучение их быта – это было тоже не менее важным фактом на протяжении всей моей программы. Гульзифа Рамазанова зарекомендовала себя как профессионала своего дела, амбициозного и целеустремленного педагога. Она принимает участие на конкурсах не только городского, но и республиканского масштаба. Активна также в жизни школы. Говоря о поездке, девушка не смогла не выразить благодарность всем, кто помогал и поддерживал ее на протяжении всего периода стажировки. Я сотрудничаю с языковой школой Индиго, и именно они организовали эту поездку. Индиго, город Махачкала, языковая школа. Они помогли мне в организации этой поездки, и все этапы этой поездки прошли достаточно хорошо и на высоком профессиональном уровне. Также хочется сказать, что я рекомендую такого рода программы для людей, которые интересуются английским языком, для профессионалов, для педагогов, потому что, несомненно, это расширяет наши горизонты, улучшает наши профессиональные навыки и помогает нам, естественно, в нашем развитии. Описывая впечатления от всего увиденного, Гульзифа с восхищением отмечает, что Лондон – это город-мечта для туристов, студентов, так как там сосредоточено много учебных заведений и люди со всего мира стремятся изучить английский язык. Стоит также отметить, что Гульзифа Рамазанова по итогам республиканского конкурса «Самый классный классный», проходивший в апреле текущего года, заняла 1-е место. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».